О Казахстане вообще, о наших людях, ну вообще о наших городах и так далее. Люди в каждом городе, как и везде, нормальные. Только аппарат, конечно, не соответствует стандартам, ну, как-никак в эфире. Ну, вообще люди воспринимают нормально? Ну как, отдыхают на концертах, понимают, все прекрасно. Да, конечно, но они в основном, самый такой вопрос, они не верят, что приехал настоящий. Как вчера в Хачатаре, не верили, что настоящий там приехал к ним, там настоящий крыжа. Когда спели живьем, тогда не поняли, что да, настоящий. А вообще есть много поделок, я так понял, да, под группу? Не знаю, мы сейчас едем в Казань, вот там точно был левый сектор газа лет 6 назад. Потом вот интересно, как там получится. Вообще, как идея родилась вот, сектора газа? Вот, с чего ты к этому пришел? Так же, как и у всех. 87-м году, когда вовсю началось движение за рок, когда все удались в рок, открылись идеи рок-клубом, вот я жертва этой системы. Ну а почему ты выбрал на такой вот стиль, знаешь, ну, народного творчества, может так сказать? Как ты к этому, например, пришел, то, что вот именно нужно так? И, ну, ты сразу знал, что так это понравится людям? Не, ну, сочинять это интересный процесс. Ты сочиняешь не то, что там ты хочешь сочинить, там, чем-нибудь, а что из тебя льется, например, если захочешь что-то другое, все равно у тебя получится на твой манер. Значит, у меня такой стиль. Значит, у меня такая подача и такая мысль о жизни вообще. А народное творчество какие-то, бывают же, попадаются вещи, используешь в своих песнях? Не знаю, может, он автоматически приходит, потому что я живу, наверное, в народе. Я же не с Марса прилетел. Сейчас вот такой вопрос, слушай, последний анекдот новый классный, знаешь, кто-нибудь, расскажи. Сейчас не знаю, я не люблю, когда спрашивают анекдот, потому что когда они тебе его сразу расскажут анекдот, ты автоматически забываешь все. Анекдоты, они спонтанно приходят по ходу базара. Слушай, у тебя есть машина, не знаю. Ты вообще любишь машину, а? Когда машины нет, кажется, без нее можно обойти. Когда она появилась, все это, знаешь, что без нее как наркотик. А вообще какие тебе машины нравятся? На журнал, может, смотришь, или так? Фирменные, естественно. А фирмы, может, какие-то есть там крутые? Не знаю, у меня еще не было ни много машин. Я первую фирму машин, как купил, Volkswagen Golf 93-й год, который прям до сих пор. Мне он нравится. Скажи, какие тебе нравятся вот женщины? Женщины? Не знаю. Когда голодный, нравится съесть. Но... Когда сытый, не нравится никто. Ну, если, допустим, тебе можно выбрать, если чего, каким ты отдашь предпочтение? Блондинка. Я блондинку очень люблю. А интеллект без разницы? А? Интеллект. А вы спрашивали сначала о женщине. Это разные вещи, да? Ясно. Ну, еще вот такой вопрос. Как думаете, вот у нас здесь в городе, в принципе, вас хорошо знают, нет, вообще, вот, о Казахстане такие вот вещи, то есть... Не понял. Ну вот вообще, как вы думаете, в Казахстане вас знают хорошо, да? Я думаю, хорошо, потому что было два концерта, и народ был нормальный. Был аншлаг, да? Не аншлаг, но нормальный. Единственное, что там говорили, что народ был не так уж и много, в смысле, не весь город пришел, и даже не половина, потому что многие стремаются, что приедет не настоящий. Нет.
А вообще-то у меня такой вопрос о России. Значит, Россия, Казахстан. Вот в этом отношении что думают все-таки россияне, вот обыкновенно, допустим, в Казахстане, все-таки общаются, наверное, иногда заходят встречи. Когда собирались, допустим, в тур, что вам сказали на дорогу? Ничего, мы раньше были в Казахстане, мы знаем все по теме. Я знаю, что здесь русских больше, наверное, чем казахов. Thank you.
которым приходится жить с такими девизами, как теща. Самый близкий родственник. Теща это класс, как ну, класс всегда. Хорош, когда...
Thank you.
голоса несутся в ночном тишине. Thank you.
таки простуд, известий не будет вам. Это очень хитрый предмет. Всякая вещь, или есть, или нет. А план, я никак не пойму, в чем секрет. Он если есть, и его сразу нет. Здравствуйте, детишки. Здравствуйте.
Петропавловска.
после тёщи, это дома, вот так пах. Пусть на мне тепло.
Следующая песня в таком мистическом направлении посвящается такому небольшому празднику, который отмечается 30 апреля, ночь на 1 мая. Нет, манипулируем. Thank you.
вашему побочному здоровью и играй по попыткам, чтобы вы знали, что вы жизнь просто нормально. Ребята, девчонки, пока. Спасибо. Нормально, народу было, конечно, не очень много. Я так понял, билеты дорогие. Но народ сидел в кайфе, радовался. А что запомнилось больше всего на этом концерте? Да как они сидели и указывали. Вот мне запомнилось. А вы хотели бы еще раз приехать в наш город? Пригласить. А только сразу приедем. Конечно. Кто-то сказал данную программу по песням? А, это спонтанно. Спонтанно. Если на вас мертвый, надо быстро догнать, заводить. Если он завелся, можно видеть. Ну, как я заметил, в зале было большое оживление и, похоже, народ сильное оживление. Вы планировали? Ну, у нас в основном постоянно такая проблема. Постоянно так. Что еще обычно происходит на ваших концертах? Не буду. А что еще обычно происходит на наших концертах? Бывают какие-нибудь сказочные ситуации? Да, происходит что-то. Да. Да, разное бывает. Например, в цирке в Владивостоке один пьяный мужчина залез на 15-метровую вышку и оттуда шлеп. Вот это запоминается. А чтобы посмотреть на ваш концерт? Ну да, да, с высока. Лучше, по-моему, купить билет. Что вы скажете о нашем городе? Вы уже не один раз проехали туда и обратно по нему. И, может быть, что-то вы хотели не заметить. Нормальный город, по крайней мере, здесь не отключают же. Отопление, как считали, 30 градусов на мороз. 30 у нас тоже такое бывает. Да? Ну, так, между прочим, а что бы вы хотели пожелать нашей молодежи? Я уже пожелал, да, а кто вообще смотрит, всегда удачи в жизни, и здоровья, и счастья. Хорошо, большое спасибо.